Сейчас будет такая необычная песня, она достаточно спонтанно появилась. Я на самом деле когда-то сделал ремикс моему другу Тимофею Яровикову на одну песню. Вот, и когда я его делал, он офигенный очень получился, мне он очень понравился. Я понял, что там необходимо изменить одно слово для полной, так сказать, я не знаю, для полного понимания вообще этой песни, потому что у него в песне, значит, было «Здравствуй тот, кто закроет мои глаза, когда я не смогу это сделать сам». А я понял, что нужно петь «Здравствуй тот, кто откроет мои глаза». Вот, и в общем, я эту песню сделал в таком ключе. Тимофей мне ее торжественно пропел. Он любит всегда на концертах рассказывать, что кто-то ему пропевает песни. Но в этот раз я прям даже на видео заснял, как Тимофей Яровиков пропевает мне песню «Бубенцы». Вот, так что я ее с полной ответственностью включил в новый альбом. И вот сейчас я вам ее спою. Она называется «Здравствуй тот, кто откроет мои глаза». Thank you.
сказал, я...